Привет! Это видео специально для Юли Ботов. Знаете, Юли Боты, мне бы очень хотелось увидеть ваше лицо. Увидеть ваше лицо после просмотра того, как ваш лидер, ваш кумир врет вам нагло в лицо и безбожно манипулирует. Наша с вами сільськогосподарська земля знаходиться в Парижі в пробірній палаті, як еталон чорноземів світу. Більше ні у кого такого немає. Юлі Боти, я вот ощущаю, что вы напряглись. Я понимаю, что вы знаете, что сейчас будет. А давайте вместе отчет сделаем. Ай, цвай, драй! Украинские черноземы действительно одни из лучших в мире, и это неоспоримый факт. Но эталонный чернозем, который находится в палате мер и весов Парижа, был взят в Воронежском крае в деревне Панино. Там же был поставлен монументальный памятник царю почв с подписью русского ученого Василия Докучаева. Я скажу честно и откровенно, я считаю, что она спалилась. Что такое Юлия Бот? Опять Юлия Владимировна вам соврала, да? Ну, это, если вас это успокоит, это не самая худшая ее ложь. Я помню, как она с бумажки, где было четко написано статистика за 10 лет, включая 2 года ее премьерства, говорила, что это статистика за 4 последних года президентства Порошенко. За останні 4 роки в 14,5 разів в гривнях збільшився державний і гарантований державою борг. Ви розумієте, що це таке? Це означає, що якщо ми не станемо на правильний шлях збалансування фінансів, все время я вру, встаю поутру вру, хожу по двору вру. І тут соврала, да що ж ти будеш делать, а? Ну, ничего, Юлия Боты. Главное, продолжайте, Юлия Владимировна, верить и опираться на лидеров ваших мнений. Юлечка, наше счастье. Будет Юля, будет все.